Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. После расставания жизнь сломался, не ем, практически не сплю, так уже почти год. Проблемы со здоровьем сильно исхудал, никогда у меня такого не было, раньше всегда легче приносило разрывы. Обращался к разным психологам, помогает на время, потом опять возвращается. Все ощущение, что меня на костре сжигают, каждый день ломают ребра, за ночь они срастаются, и так все по кругу. Как пережить такую душевную боль? Уже ничего не помогает. Ну смотрите, во-первых, при работе с психологом, наверное, важно ну, постоянство важно. Вот. Понимаете, да? То есть, чтобы вы работали ну, с одним ну, с одним специалистом. Вот. И не уходили, потому что психотерапия имеет накопительный эффект. Это первое. Второе. Если вот, как вы говорите, ваша жизнь сломалась, то она сломалась, ну, по-видимому, не просто так она сломалась. То есть, если она сломалась, это означает, что вполне возможно, вы всегда были в той или иной степени как-то склонны, вот, как-то склонны к тому, чтобы вот, ну, переживать этот момент. Понимаете, да, то есть вы были склонны к тому, ну, всегда, чтобы испытывать такие ощущения, вот. То есть, да, вам было легче, конечно, ну, раньше, вот, раньше вам было легче, это правда. Но, поскольку данные отношения особенные, судя по всему, да, судя по тому, что мы можем видеть, вас это зацепило сильнее. Вот. Соответственно, что нужно увидеть? Вот, увидеть нужно, чем вас зацепило, как, вот, да, ну, то есть, чем отношения эти отличаются от предыдущих, ну, вот. На мой взгляд, это очень важный момент, вот, потому что, судя, опять же, судя по тому, что вы описываете, я думаю, что на вас это как-то повлияло, и повлияло довольно серьезно. Вот. Ну и следует понимать, что вероятно, вам ваша жизнь никогда не была особо интересна. Вот. Или не была она на первом месте. Вот. То есть интерес к жизни тоже выступает таким триггером к тому, что вы вот в этом состоянии находитесь. Также есть элемент вторичной выгоды. Я думаю, вы можете изучить этот элемент
самостоятельно, вот, посмотреть. То есть какую выгоду вы получаете от того, что находитесь в этом состоянии? Выгода может быть самой неочевидной. Да, вот. Но боль и вообще чувство нужно проживать. И проживать столько, сколько нужно. Вот. Это тоже можно сделать с психологом. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.